ножки поподнимайте, одну, другую, одну, другую. Не-не, целиком. А, прямо? Да. Все. Ну да. Угу. Я вот дома говорила тебе, у тебя один, он говорит, нет. Значит, он у меня зоркий слопался. Потому что видно его. Да и тут напряжение какое. Да, вот это, кстати, знаете, тоже справа ягодицы, чтобы побаливало периодически. Ну, чуть мягенько, видите? Ну-ка, ремешок. Сделаю вдох и выдох. Еще раз. Еще. Дышим. Молодец. Еще. На спинку. В другом месте через нос дышим, вдох, выдох. Дышите, дышите. Еще раз. Первый раз громче хрустнул, второй раз тише. Ну-ка, я компрессию уберу, все равно лишь стоит. Давай ножку проверю еще раз. Живот переворачивайся. Ножками еще раз поработали. Обязательно отдельно? Я по гимнастике йога приводил, поднимаю отдельно. Вместе. Не, не. Как будто ходим. А, сгибать колени? Не, прямо, прямо, прямо. А, прямо? Да. Угу. Молодец, все, опускаем. Расслабились. Еще раз ножки. Выше, 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 поднимайте. Все. Все. Согнули коленочки.
пиво? Да, мятка, да? Присядем. Ну то как я теперь за тобой ухаживать буду? Да ничего я страшного. Тоже дитя. Ничего страшного. Потихонечку. Я вас сильно же не правил, что тут в одном месте только там крестец. В двух местах всего. Ну-ка, вниз. Себя обняли. Себя любимого. Хоть боль с плеча уйдет. Как вы чувствуете это? Это с опытом приходит. Пальцами, да? Да. Я настолько много ваших видео смотрю сейчас. Думаю, как вы чувствуете? Свою трогаю. Сразу плаваешь немножко, а потом уже с опытом приходит. Ну, так же, как автомеханики на слух диагноз ставят двигателя. Да вы любите, возьмите даже любого врача, даже хирурга, например, действующего. Там же тоже все от практики зависит. Не возьмешь же специалиста, который выпустился из медицинского училища, да, и сразу оперирует начал под бок. Нет таких людей. Это все с практикой приходит. Эти ручки. Выпрямили голову на правую ногу. Тяните, тяните. Молодец, другую сторону. Зубы вместе держим. Хорошо, еще раз сами сюда. На другую сторону. Все. Одеваться? Да.